Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Ой. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный! С улицы, бассейной! Ну, конечно, рассеянность. Какие еще могут быть причины тому, чтобы надеть одежду наизнанку или задом наперед? Ну, или человек поторопился с утра и не успел даже посмотреть в зеркало. В такой ситуации друзья или знакомые обязательно ему скажут: переоденься, битым будешь, а бить будет понятно кто, нечистая сила. Считается, что потусторонний мир – это мир наизнанку. Соответственно, одежда наизнанку – это одежда, которая переворачивает тоже и уносит нас вот в состояние потустороннего мира. Поэтому, если ты случайно что-то надел наизнанку, не заметил этого, у тебя будут неприятности. Ну, у нас это сложилось в понимании биту быть. Каким-то образом ты не будешь принят в этом мире, потому что ты принадлежишь тому. И из этой же области, для того, чтобы перестать плутать в лесу, если уж ты заблудился, да, очень многие знают, особенно кто в деревне вырос, что нужно или перевернуть на себя одежду, или поменять стельки местами право-лево, лево-право, для того, чтобы нечистая сила, которая вас по этому лесу водит, потеряла к вам интерес как к своим. Ты переходишь в их мир. Мы в своей обычной жизни должны одежду носить как надо, как у нас принято, а не как принято у них.